нет, ну что, реально думает, что обойдет Алика на своей тачке? Ставлю 100 баксов. Сегодня точно не Давида день. Ловлю на слой. Как же долго ее я искал, веря в закон. Слушай, вот это глупая у тебя затея знакомиться по телефону. Ничего не глупая. Смотри, какой он красавчик. Переводить часы. Нужно брать чуть ниже. Мой бег замедлял. Для нее время вспять запускал. Я вообще тебе поражаюсь. У тебя из-под носа девушку уводят, а ты вот так вот просто сидишь и сок свой пьешь. Небо, что спит за облаками, я украду. Нам лучше вернуться в город. Если мы здесь еще немного задержимся, отец меня точно запрет в комнате. Лейла, я хочу, чтобы ты знала, если мне придется, я украду тебя у всего мира. А кого мы ищем, Герман Арсенович? Мне нужно знать все о человеке, с кем встречается моя дочь. Ты что, реально один пришел? Как видишь. Да, смело, но глупо. Привет, слушай, Адам, нужна твоя помощь. Скажи, стоило ради какой-то тёлки на весь этот кипиш нарываться, а?